Хомяк – небольшой короткохвостый грызун, живущий в норах, вредитель полевых и огородных культур. Всего насчитывается 19 видов хомяков, принадлежащих 7 различным родам. Пушистые зверьки с короткими лапами и круглыми ушами стали популярными домашними питомцами. Приветствуем, дорогие друзья, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о хомяках. Представители семейства хомяковых – близоруки. Красные оттенки практически не различают, но хорошо распознают желтые и зеленые оттенки. Слабое зрение компенсируется острым слухом и обонянием. Хомяки быстро бегают. Некоторые виды хомяков способны двигаться не только вперед, но и назад. Это помогает зверькам быстро отступать в нору при виде опасности. Грызун прекрасно плавает, но воду не любит и ее избегает. Свои щеки животное используют как поплавок, просто набирая в них воздух. Хомяк не нуждается в компании сородичей, как это свойственно крысам. Он предпочитает одиночество, защищаются хомяки очень упорно и часто побеждают даже собак. При постройке жилья хомяк обустраивает в подземных камерах отдельные норы для сна, для естественных надобностей и хранения запасов. И только представьте, в закрома хомяк способен натаскать до 90 кг корма и семян. Дикие хомяки не впадают в глубокую спячку, раз в неделю они просыпаются, чтобы подкрепиться провизией. А из норы в холодное время года вообще не выходят, загораживая вход в жилище почвой. Это животное всеядно и не откажется от мяса, поэтому владельцам хомяков следует включать в растительный рацион питомца наряду с семенами, орехами, фруктами еще и белковые продукты. Во время прогулки хомяк выделяет специальными железами пахучий секрет и оставляет за собой жидкие следы. По ним животное находит путь домой. Грызуны, живущие в дикой природе, могут быть переносчиками множества болезней, опасных для человека. Хомяк умен, и его можно дрессировать. Они запоминают кличку своих хозяев и способны выучить несколько трюков. Люди часто заводят хомяка в качестве домашнего питомца. Важно помнить, что этот грызун не игрушка для детей, а живое существо. Знания о физиологии и особенностях поведения зверька необходимы владельцу хомяка любого вида, от мелкого джунгарика до крупного сирийского. На этом у нас все. Берегите природу. Будем рады, если подпишетесь на наш телеграм-канал. Там много забавного и интересного о животных. Ссылка в описании. До скорого!